24 февраля 1945 года. В течение 24 февраля на Земландском полуострове, северо-западнее Кёнигсберга, наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Юго-западнее Кёнигсберга они вели бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника. В районе Бреслау советские войска продолжали бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника. Овладели пригородом Ольташин и заняли 15 кварталов в южной части города. За 24 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 139 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 8 самолетов противника.